Уже в это воскресенье вся страна встретит один из самых теплых праздников – День матери. Вся эта неделя во всех образовательных организациях была посвящена мамам. Каждый день юные новоуральцы готовили для своих любимых мам подарки. Новоуральская вещательная компания, а это наши журналисты, операторы, монтажеры, звукорежиссеры, также решили поздравить своих мам и сказать им теплые слова. Привет, мам. Сейчас идет очень важное мероприятие, но я всегда найду возможность, чтобы сказать тебе о том, как я тебя люблю. И даже если мы физически далеко, то мысленно мы всегда близко. Мама, ты самый лучший друг, самый искренний, мой дорогой человек. За это тебе огромное спасибо. Я тебя люблю. Несмотря на то, что все мы взрослые, серьезные люди, в душе мы остаемся маленькими детьми. И так хочется порой прибежать к своей маме. Обнять, чтобы она поддержала, оградила от всех проблем, сказала, что все будет хорошо и подарила то тепло, которое подарить может только лишь мама. Это самый близкий человек. И как в песне поется «Мама» – первое слово, главное слово в каждой судьбе. «Мама, спасибо тебе за то, что ты у меня есть. Я тебя люблю». «Мам, привет, я в телеке. Хочу тебе сегодня напомнить о том, что я тебя люблю». Прости, что редко говорю тебе эти слова. Я очень рада, что ты у меня есть и безумно ценю поддержку, которую ты мне оказываешь. Ты всегда была и будешь для меня примером. В этот день, в эту секунду и в эту минуту я хотел бы тебя поздравить. Ты у меня самая лучшая, ты даешь мне сил. И я знаю, что без тебя я бы не стал таким замечательным, красивым, молодым человеком, как и ты. Поэтому, мам, с праздником, всего тебе самого наилучшего. Дорогая мамочка, поздравляю тебя с твоим днем. Благодаря тебе я до сих пор могу чувствовать себя маленькой девочкой, которой всегда помогут, вкусно накормят, приголубят под свое крылышко. Спасибо тебе огромное за это. Желаю тебе здоровья и чтобы дети и внуки тебя всегда только радовали. Мама, с праздником тебя! Спасибо тебе за мое воспитание. Спасибо за то, каким человеком я стал. Спасибо за то, какое будущее ты мне подарила. Как ты заботилась о моем здоровье. Я это все очень ценю. Я постараюсь тебя не расстраивать и только радовать. Не подведу, я обещаю. Моя дорогая мамочка, я тебя очень сильно люблю.